Ой, блин, 11:58. Вот пока, кроме старых сыроежек, я ничего не нашел. Но зато какая полянка. Сплошные старые сыроежки. То есть буквально еще вчера. Ну, я их такие не собираю. Раньше, конечно, мы были любители. Кто-то любит сыроежки, но я нет. Давно уже. Ой, запах какой грибной. Ну, а где же другие-то грибы? Неужели так сыро? Ну, как видел, тут, может, никто не ходил. Так говорит о том, что я хотя бы зашел на край исследованного. Еще, может, дальше на полкилометра. О, как пошел вверх подъем круто. А это что за... Я даже не знаю, что это такое. Что-то мне ничего не подсказывает. Вот корень. Какая интересная штука. Кто знает, скажите, что это. Вот лист его. На ландыш похож. Ну, не ландыш явно. Ой. Наступил. А, палка сухая. Вот еще сыроежки. О, о, смотрите. Ну, а где белые-то? Белые, маслята хоть. Ёлы-палы. Где что-то вот? Для белых подходящее вот. Для подосиновика. Куда пропали нормальные грибы? Вот она. Вот под листочками они вылезать должны. Молоденькие и все такое. Может, выше суши будет? Может, сильно сыро сейчас? Простите за дикцию. Зубов нет, блин. Так. Ну, вот такой лесок, который должен быть продуваемый с таким подлеском. Уже вот раз это. Ну, конечно, вчера надо было ехать по-хорошему. Вчера погода. Кости что-то ловило. С другой стороны, фаталист, да. Еще и внутренний голос говорит. Вот пошла, борт хороший. Я, главное, иду с северо-восточной стороны. Хотя нет, с юго-восточной. Может, с северо-восточной, посмотри. Стопку обойти. Должно тут быть. На пивань у нас тоже юго-восточная сторона. Белых всегда там полно подосиновиков. О, как я забираюсь высоко на борт ручья. Может, пойти по борту прогуляться. О, какая осина тройная. А тут лист видится. Такой прям смешанный лес. Вот травка, в которой должен расти. Что-то тоже она примятая, как будто тут валялся кто-то. Что-то она такая пожухлая вся. Ой, если там мишка валялся. Да не один. Так, что-то я там вижу здоровое. Ну-ка. Если это меня не обманывает зрение, что-то я вижу. Блин, это тоже грусть. Ой, ой, ой. Так, извиняюсь. Нет, это или грусть, или поганка какая-то. Ну, здоровая. Трекер работает, я надеюсь, не заблужусь. Тут, конечно, сложно заблудиться. Иди наверх в сопку. Выйдешь к локатору. Вот еще один. А, волнушки это значит. Такие вот здоровые волнушки. Ай, столица открываю. Кстати, кто-то их кидал. Кто-то все-таки лазил. Ну, пойдем дальше. Ну, в принципе, у меня времени до хрена. Так, теоретически до 6 часов я могу лазить. Но я хотел уехать тогда в автобусе на пораньше. Ну, в крайнем случае, на 6-часовом уеду. Хотел даже пораньше уехать, который в 4, в 15 с лишним. Я как раз 2 часа полазить, по лесу покушать, полчаса на автобус. У них сейчас перерыв. Затихло. Вон там брак какой, вот муравейники. Кстати, не разрытый, значит, медведя не было тут. Или это кочка такая? Нет, это кочка, похожая на муравейник. Мусора нет никакого, сигарет нет, то есть следов людей нет. Тишина-то...